Готовим салат с капустой, кукурузой и фасолью. Берем капусту, добавляем соль, разминаем руками, убираем в сторонку. Для соуса берем майонез, сметану, соль, смесь перцев и лимонный сок. Перемешиваем. Соус готов. В миску кладем капусту, дальше сладкий перец, помидоры, консервированную кукурузу и фасоль. Вливаем соус и соединяем все компоненты. Салат готов, можно подать к столу. Всем приятного аппетита, с вами была Дания.